душа поет, а тело просится в пляс, годы не помеха. На первый танцевальный вечер собрались самые активные и позитивные посетители Дворца ветеранов. Людмила Тыринова танцы не пропускает. Говорит, дополнительная активность только на пользу. Чтобы в нашем возрасте всегда быть в тонусе, нельзя пропускать танцы. Это дома вот, если зарядки не будешь заниматься, а здесь с удовольствием, под музыку. Очень приятные люди всегда здесь собираются. Муниципальный духовой оркестр и ансамбль «Джаз-Вояж» концерты для пенсионеров проводят регулярно. Репертуар подбирают тщательно, чтобы звучали любимые песни старшего поколения. Всегда эти программы воспринимаются на ура, пользуются большой популярностью. Ну и, конечно, цены звонят, спрашивают, когда начнется новый сезон, потому что в мае мы сезон заканчиваем, а в сентябре открываем новый. Мы летом очень много работали, то есть у нас было по 7-8 концертов в месяц на открытых площадках. Струковский сад, Парк Победы здесь. В Самарском дворце ветеранов помимо танцев открыты множество творческих кружков, заниматься в которые приглашают всех желающих людей серебряного возраста. Лариса Шлафаст, Василий Колдашов, «События».